Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. У нас сегодня с вами прямой эфир, практически в темноте, но простите, наступила осень, а мы стараемся все успеть. Поэтому я, в общем-то, не исключение. И сегодня прямо отсюда я хочу провести эфир, который я решила назвать «Мой мозг требует инвестиций». Мы будем говорить сегодня об инвестициях, будем говорить сегодня не только о денежных инвестициях, а будем говорить о том, какое мышление есть у людей, которые инвестируют, во что нужно инвестировать и вообще все, что связано с вот этой темой в самом таком вот интересном спектре этого значения. Почему я решила провести этот эфир? Всегда есть какая-то моя подводка для того, чтобы было понятно. Недавно мне прислали сообщение. Я буду говорить о своей аудитории, ну, было бы глупо говорить о чужой. Мне прислали сообщение с тем, что, вы знаете, я вот какое-то время... Это очень классическое сообщение, можно подставлять просто разные названия того, что будет идти дальше. Я работала там администратором в салоне красоты, мне кажется, все поняла об этом бизнесе, теперь хочу открыть свой собственный салон красоты. Может быть, вы порекомендуете мне инвестора для того, чтобы я этот бизнес открыл. И таких людей огромное количество. Когда-то на YouTube я выпустила видео про инвестиции, и с тех пор мне стали постоянно писать люди, которые начали спрашивать, не могу ли я выступить инвестором их проекта, порекомендовать им инвестора проекта, ну и вообще. Я хочу сегодня эту тему очень детально разжевать в контексте той аудитории, которая меня смотрит, вот этой целевой направленности, потому что у всех у вас есть очень интересное понимание инвестиций, и я хочу вам объяснить, почему в большинстве случаев это не сработает. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что такое инвестиция. Когда вы ищете инвестора. Когда вы ищете инвестора, есть две позиции. Есть позиция инвестора. Инвестор – это человек, который ищет, во что бы ему вложить деньги, чтобы заработать еще больше. То есть инвестор – это всегда позиция сверху. У меня есть деньги, и я хочу, чтобы мои деньги работали на меня. А есть вторая позиция – это человек, который говорит, мне нужны инвестиции. Вот если говорить о позиции того, когда мне нужны инвестиции, вот вы, там, Лена, Маша или Катя, то чаще всего вы размышляете с позиции чего? У меня есть какая-то идея, мне кажется, что она сработает, дайте мне на нее денег. Мало того, вы не хотите брать кредит, вы не хотите брать эти деньги в долг и подразумеваете, что инвестор, вот такие люди вкладывают в понятие инвестора, это человек, который даст деньги и не будет просить потом обратно, если что-то не получится. Вот такая есть подсознательная штука. Сейчас можете ставить какие-то значки, согласны вы со мной или нет. Почему? Потому что если бы вы рассматривали свой бизнес-проект как бизнес-проект, в котором вы были уверены, то вы бы искали возможности и вообще не боялись бы рисковать своей квартирой, своей машиной, своим имуществом и, конечно же, кредитованием. Но вы боитесь, потому что вы не уверены в том, что этот проект выстрелит. И, соответственно, вы хотите обезопасить себя, потому что играть на чужие деньги в казино всегда приятнее. Это момент номер один. Момент номер два. Люди такие, вот давайте я буду говорить вы не обижайтесь, если это не вы, но так вот будем правы. Вы смотрите на это, на инвестора, как на человека, который даст баблишко. Инвестор смотрит на ваш проект, как на то, может он на этом заработать денег или нет. А теперь скажите, пожалуйста, если у меня есть, например, 10 или 20 тысяч долларов, или 100, или 200, и мне вы приходите и говорите, вот давайте вложим их в салон красоты. Я думаю, у меня никогда не было салона красоты или чего-то другого, вообще бизнеса. Зачастую те, кто просят инвестиции, у них никогда не было никакого бизнеса от слова совсем. У человека нету понимания, как он сработает, кроме как «мне кажется» или «я просчитал какой-то псевдобизнес-план, который скачал из интернета». И он начинает мыслить какими-то обещаниями. Инвестор, серьезный инвестор, он смотрит на ситуацию так. Я хочу вложить свои 10 тысяч долларов и как минимум получить 100% годовых.
Когда-то я искала инвестора, рассматривала, вообще общалась на тему инвестиций. Инвесторы, они обычно не смотрят на проект. Они смотрят на баблишко, которое вы можете дать. Мало того, жесткие инвестиционные договоры строятся таким образом, что, вот я просто собиралась с этим связываться, что ты обязательно должен заложить свое имущество. То есть вы составляете договор, в котором вы говорите, должны быть обязательно вот эти обязательства, что если вы не выполняете, вы, например, сказали, что будет 100%, а их не было, то вам есть что отдать. Машину, квартиру, в зависимости от той суммы, которую вы говорите. Это то, что называется инвестицией. Хорошие инвесторы, грамотные, они рассматривают все с позиции очень сильной выгоды. И если мы говорим о таких, вот есть же такие истории про стартапы, да, там IT-технологии. В данном случае существуют специальные команды, которые отсматривают эти IT-проекты, инвестиционные группы, которые раскладывают, когда к ним приходят с проектом, то, например, идет полная презентация, есть какие-то заложенные риски. И тогда, например, IT-проект, они понимают, что у них есть там 500 тысяч долларов. На каждый проект они дают по 100 тысяч, к примеру, выделяют. И то не сразу суммой, а это идет какое-то продолжительное время. И если один проект выстреливает, он окупает все остальные. Но это мы говорим о больших инвестициях, о каких-то серьезных непонятных вещах. Давайте перейдем в более плоский и простой момент. Если кто получает инвестиции? Вот недавно я буквально смотрела, пару дней назад, моя подруга Света Котенко, у которой есть сервис по питанию Foodex, он называется, сервис по доставке правильного питания, который помогает решить вопросы с весом, со здоровьем и так далее. Они придумали тему, которая называется «Замороженная еда». Такое отдельное направление, то есть когда они готовят специальную еду замороженную, которую вы можете себе заказать и очень быстро приготовить ее дома, решив тем самым вопросы времени. И вот они под этот проект получили грант, инвестицию. Как это работает? У вас уже есть ваш бизнес. Вы что-то наладили, у вас уже есть показатели и цифры, то есть вы приходите с рабочей моделью и говорите, смотрите, вот это при вложениях N приносит мне прибыль M. Эта модель рабочая, вот мы ее обкатали, у нас уже есть все, мы уже все прокатали, все понимаем, все со всех сторон знаем, вы это презентуете. И затем вы говорите, мы понимаем, что если нам открыть еще 1, 2, 3, то денег станет больше. Вот мы хотим себе инвестицию на то, чтобы открыть 1, 2, 3, и вы при этом получите следующие деньги. Инвестиция, повторяюсь, это не деньги, которые вам дарят, потому что у кого-то их много, а у вас их нету. Бизнес – это когда вы показываете рабочую бизнес-модель, и инвестор думает, да, наверное, я попробую вложить в это 10 тысяч долларов, чтобы заработать там, дальше что-то зарабатывать и делать какую-то капитализацию. Как вы понимаете, обычная история о том, когда вы хотите открыть свой магазин или у вас есть, как вам кажется, суперкрутая бизнес-идея, которую никто никогда не делал, вообще запомните, все, что никто никогда не делал, это величайшие риски. Под этой инвестиции идут хуже всего. И когда вы хотите, Ольга, посоветуйте человека, который ищет 10, 20, 30 тысяч долларов, куда бы ему вложить. Это выглядит крайне смешно. Есть такой классный ответ. На это, который придумала не я, который вообще разработан, что если вы хотите получить инвестицию под создание собственного дела с нуля, то вам нужны для этого следующие люди. Ваши друзья, ваши родственники или дураки. Дураки – это из серии того, когда человек сидит с деньгами и вдруг почему-то вам эти деньги дал. Ну вот знаете, так бывает. Вот у меня есть такие, бывали знакомые раньше, которые очень тяжело работали, копили деньги, но потом к ним приходил Вася и говорил, давай в пирамиду срочно вложимся, завтра будет 100% годовых, завтра. И люди отдавали все деньги на что-то. Потом он приходил и говорил, ой, прости, прогорели, не получилось. Если у вас есть какая-то ваша идея, и она на самом деле классная, то тут я для себя рассматриваю и рекомендую всегда всем следующие варианты. Первое. Это своих зажечь близких, знакомых и родственников, чтобы в случае чего вас не убили. Второе, это пойти на работу, устроиться и годик попахать или попахать ночами, собрать свой капитал.
Третье – продать что-то, что у вас есть. Если у вас нету знакомых, вы не можете устроиться на работу, чтобы заработать деньги, и вам нечего продать, то я даю вам практически 1000%, что ваш бизнес прогорит сразу же. Это говорит о том, что вы еще маленький, бестолковый человек, который не является взрослым, не имеет ответственности и ни черта в своей жизни еще не сгенерил. Это не говорит о том, что вы человек говно. Нет, это не говорит о том, что вы плохой человек, это говорит о том, что вы незрелый. Я не знаю ни одного незрелого человека, у которого бы состоялся бизнес. Поэтому что? Начинать нужно со зрелости. Людям очень нравится история про инвестиции, потому что существует иллюзия, все же хотят сразу бизнес, всем хочется сразу разбогатеть. Путь взросления и созревания мозгами никто проходить не хочет. Все хотят, я это проходила, ребята, и все хотят сразу что-то открыть. Причем в большинстве своем для многих бизнес – это помещение, в котором что-то продается, в котором оказываются какие-то услуги, которые можно запостить в Инстаграм и рассказать всем, что у тебя бизнес. Потому что ты снял островок, ты открыл цех, ты открыл кондитерскую или ресторан, в который никто не ходит, и нету никакой бизнес-модели, и ты там дохнешь, и аренда сжирает вообще все в принципе, если бы у тебя был мозг, то ты бы никогда это не открыл. Но наша вот эта экономика всей этой аренды держится именно вот на таких замечательных и прекрасных людях. Потому что если вы обратите внимание, то вы увидите, как часто меняются арендаторы в разных местах, когда они маленькие. Потому что это все какая-то супер-гипер идея, никем не проверенная, и затем после этого занята инвестиция. Теперь давайте вернемся к самому началу, то, о чем я говорила. Играть в бизнес очень круто, но до тех пор, пока вы ничего сами не можете заработать и не можете заработать начальный капитал на свой маленький бизнес, а до тех пор, пока вы не научитесь создавать что-то маленькое, вы никогда не создадите ничего большого. Это такая интересная история про людей, которые считают, что маленькое создавать скучно. Я никогда ничего не создал, но маленькое создавать скучно, поэтому я буду создавать сразу большое из капитала. Это иллюзия глупого человека. Потому что если вы не способны создать что-то маленькое и рабочее, если вы не способны заработать даже 5-10 тысяч долларов начального капитала, то с чего вы взяли, что вы сможете на чужих деньгах, а поверьте, на чужих деньгах это как на чужом автомобиле, совершенно разное отношение, с чего вы взяли, что вы сможете построить успешный бизнес и что-то сделать? Это мышление бедного человека, человека, который не желает взрослеть, и человек, который приходит в компанию работать как наемный сотрудник и говорит: я здесь все делаю, я тут работал администратором, менеджером или еще кем-то, я тут все знаю, я сейчас пойду и открою свое, мой шеф дурак, сотрудники все идиоты, на мне весь бизнес держится. И вот если у вас, вы ловите себя на таких мыслях, я вам сразу же скажу, ваш бизнес обречен сразу же. Не берите никакие долги и ничего не продавайте. Первый этап взросления – это прийти в компанию и стать в ней очень классным. Почувствовать, что вы в этой компании работаете так, словно это ваша компания. Вы не смотрите на часы, у вас нету выходных, вы отдаетесь этому полностью. Вы можете заменить любого человека, вы знаете все процессы, у вас никогда не бывает ни того или плохого клиента, и вы, что бы ни происходило, всегда доводите дело до конца. Это модель поведения босса. Человека, который способен управлять компанией. Если вы не в состоянии этого делать, если вы постоянно смотрите и говорите о том, это не мои обязанности, не моя компетенция, меня не ценят, мне мало платят, это говорит о том, что у вас мышление наемного сотрудника, и вы никогда, до тех пор, пока его не измените, не сможете построить ничего успешного. У многих есть такая история о том, что я работаю на кого-то, поэтому я работаю так плохо. Меня здесь не ценят, мне это не очень интересно, и все деньги себе забирает дядя. Вот когда я открою свой бизнес,
тогда вы будете ебашить на себя сильно больше. Но вы этого не понимаете. Вам кажется, что тогда у вас будут выходные, тогда на вас будут работать другие люди, а ничего подобного. И для того, чтобы это понимать, изначально первая инвестиция, которую вы должны делать, это инвестиция в себя, в свой мозг, в свое профессиональное развитие, бизнес-развитие и в свое мышление. Потому что все то, о чем я сказала, это мышление бедного человека. Человека, который страшно боится сделать кому-то хорошо. Так, у меня выключается свет, не бойтесь. Сейчас мы его с вами включим. Я же в машине. Человека, который боится сделать кому-то хорошо. Вдруг мой босс больше заработает? Вдруг я окажусь слишком талантливым? Вдруг клиентам я очень сильно понравлюсь? Я немножко разденусь, если вы не против. Ой, это жарко стало. Вот этих вдруг становится супер много, и это говорит о том, что все, у вас начался провал еще на моменте, вы бедный, вы боитесь сделать кому-то хорошо, вы боитесь, что у кого-то будет больше денег, чем у вас. Я всегда повторяла и говорю, что ваши таланты, навыки и умения, которые вы отдаете компании, если вы на кого-то работаете, всегда, блядь, останутся с вами. Как вы этого не понимаете? Они навсегда останутся с вами. Мало того, если вы реально невъебенно крутой, и, пожалуйста, все, кто пишет мне: «Оля, перестаньте ругаться матом, идите в жопу». Если ты нереальный и невъебенно крутой, повторяю это третий раз, то в твоей компании я бы дала тебе процент партнерства, а в моем случае есть у меня очень много знакомых девочек, которые в ивент-сфере 50% отдали бизнеса в какой-то момент и стали партнерами полноправными, потому что в какой-то момент человек страшно устает работать сам. И мы понимаем, что нам гораздо выгоднее работать с партнером в бизнесе, у которого есть мощная, сильная компетенция в чем-то, и работать с ним на проценте. Знаете почему? Потому что человек, который работает у тебя на зарплату, он забирает твои деньги стабильно. Он приходит и говорит: дай мне свое бабло, у меня сегодня месячные, завтра у меня плохое настроение, послезавтра, блядь, ты мне что-то должен, у меня коронавирус, все должны оплачивать. И он забирает твои бабки. А когда я работаю на проценте, я честная, потому что я получаю столько, сколько я зарабатываю. И если я невъебенно крутая, то я это показываю на деле, и я привожу деньги в компанию. Когда мы становимся партнерами, я начинаю приводить деньги в компанию, если я такая крутая, потому что теперь это часть моих денег. Поэтому, если вы настолько классный, вот вам. Для того, чтобы это происходило, необходимо инвестировать в себя, ребята. Необходимо развиваться как профессионально, так и мозгами. Потому что до тех пор, пока ваше мышление не готово, пока вы мыслите как бедная крыса, которой все время все жалко, все вот такое, вот такой вот мелюзговый человек это называется, человек, который все время считает чужие деньги, человек, который все время на всем экономит, всем недоволен, постоянно всех обсуждает, все скоты, сволочи и гады, все. Кстати, по поводу того, что такие люди могут у вас работать. Гоните в шею нахер всех людей, которые позволяют у вас себе в компании так вести. Это вообще, кстати, я не знаю, почему мы вдруг перешли на эту тему эфира. Я уже давно с людьми не работаю. Но меня всегда это страшно выбешивало в людях. И когда мои друзья или знакомые говорят сейчас мне, начинают рассказывать о подобных каких-то раскладах в контексте себя. Ой, мой шеф, я говорю, ты пидор, просто ты пидор сейчас, что ты посмел говорить на своего шефа. Если ты считаешь, что ты такой крутой, уходи и показывай на деле, какой ты крутой. Что ж ты, блин, ушел, блин, и просрался, простите. Если ты не такой крутой, то засунь свой язык в жопу, потому что когда ты отвечаешь за команду, когда ты отвечаешь за то, чтобы клиент был счастлив, команда была счастлива, у вас были проекты, у вас были деньги, раздаешь деньги всем, а сам очень часто в период всех этих карантинов сосешь хуй, то простите, мне очень повезло в этот карантин. Первое, я стала сильно больше зарабатывать, второе, стала сильно меньше тратить. Вот у меня так совпало. Но я просто преклоняюсь перед огромным количеством рестораторов и прочих людей, которые попали в жопень,
и которые раздавали зарплаты всем, кому могли, кто был для них важен. А это тоже очень важный момент, для кого вы важны. А сами что-то отсасывали, при том, что работали на полную. Поэтому это, почему я об этом говорю, сейчас тебе скажу, Толя, а при чем тут рерайтер жизни? А при том, что это вопрос мышления, это вопрос программ в голове. Когда я говно, а надо признаться, что есть и говно, программа говно, она у многих есть. Вы думаете, у меня не было программ говно? Да я вас умоляю, полно. И я с этим работала, потому что это то, что тебя топит. И по отношению к другим людям, когда ты босс, и по отношению к боссу, когда ты наемный сотрудник, и вообще по отношению того, когда ты человек. Это очень-очень важный момент. Поэтому момент инвестиций до тех пор, пока вы там перед тем, точнее, как просить у кого-то денег, разрабатывать бизнес-проекты, изначально поработайте с собой, поймите, какой вы человек, какие у вас ценности, чего вы хотите, что для вас деньги, что для вас другие люди, что для вас благо жизни, чего вы в этой жизни хотите, как вы будете себя вести в разных ситуациях. Потому что история с инвестицией – это всегда с история тем, что я хочу стать кем-то другим. А готов ли ты стать кем-то другим? Есть ли у тебя эти основы, чтобы стать кем-то другим? Есть ли у тебя этот особенный ген человека-зажигалки? Предприниматель – это всегда зажигалка. Предприниматель – это всегда человек, который идет вперед, ведет за собой вперед. И если надо, тащит на себе своих сотрудников в тот момент, когда они не знают, что делать. Потому что сотрудник – это более слабое звено, и предприниматель это понимает. И когда вы говорите, я не знаю, где найти инвестицию в $5000, я хочу задать вам вопрос, мать вашу, а что вы вообще знаете тогда? Куда вы вообще, дети, валите? В какой бизнес? Если вы не можете решить простейшую опцию. Вы думаете, что в вашем бизнесе никогда не будет вопроса, как закрыть вот эту вот долговую ямку, которая у вас образовалась? Когда вы раз, а знаете, не сводится конец концами, потратил бизнес в этом году, в этом месяце $15000, а заработал 8, и вам надо что-то откуда-то взять, кредит пойти взять, почку пойти продать, не знаю, на окружную встать, неважно, это не имеет значения, потому что у вас есть команда, вам ее надо кормить. И если вы не в состоянии это делать и переживать стресс такого уровня и доходить, то куда вы валите? О чем вы говорите? О каких инвестициях? Нужно подготовить свой мозг изначально и вообще разобраться, а могу ли я быть предпринимателем? А готов ли я, мое это или нет? Готов ли я брать на себя ответственность за эти вещи, готов ли я монополию сыграть. Да, это, кстати, тоже как вариант. Кстати, очень простая штука, которая тоже многое показывает. Ваше поведение, ваше умение стратегическое вести себя, что-то покупать, что-то продавать, нервничать, кидать фишки в голову кому-то. Это тоже очень важно. Все начинается с наших мозгов, с умения осознать. Потому что, когда вы начинаете бизнес, вы превращаетесь, как говорит Федорив, в папу бренда. Вы превращаетесь, просто понимаете, в папу нации своей, которая у вас есть. Вы отныне живете своим делом и своими людьми. Вы несете ответственность вообще за все. Деньги – это самая незначительная мелочь. И в тот момент, когда вы совершенно незрелые, и когда вы искренне считаете, что, будучи кем-то там в своей компании, наемным сотрудником, администратором, мастером, вы можете что-то сделать, проверьте себя, успокойте свои амбиции и поработайте с собой честно. Честно пройдите путь погружения в самого себя. Потому что пока вы этого не сделаете, ничего хорошего не выйдет. Я очень много лет работала с людьми, являюсь их начальником. Я была очень крутым начальником в контексте того, что я потрясающий учитель. И для тех, для кого этот учитель был нужен, они все попали в мою компанию. Я не совру, если я скажу, что я выпустила шикарных ивент-менеджеров, ивент, я не знаю, как правильно сказать, о моих девочках, которые на сегодняшний день в том числе рулят ивент-рынком нашего города, и это тех, кого, кто работал конкретно у меня. Никого я учила, а именно кто у меня еще работал.
Я очень жесткий руководитель. И я, конечно, вышибала из людей все их комплексы, страхи и все, что только возможно. И для многих я являлась травмой такой, знаете, которая прошлась по жизни и сверху, и что-то там оставила. Но я вам хочу сказать, что я не жалею о том, что это было, потому что нельзя жалеть. Но тем не менее, когда я начала разбираться в себе, и после того, когда у меня переработало больше 100 человек за мой опыт руководителя, я осознала, что работа с людьми – это не мое. То есть это не мое, потому что я так травмирую людей, как нельзя травмировать. Ну вот по-хорошему, по-человечески. Люди могут идти на это только за собственные деньги, когда они мне платят деньги и понимают, что им это необходимо, как лекарство, как вот сегодня мне плечо выворачивали за мои же деньги. Когда они понимают, что им это необходимо. Мои сотрудники, когда шли, они, я не знаю, что они понимали или нет, но я больше не готова к этому. Я больше не готова так сильно травмировать людей. Мало того, с каждым, с кем я пересекаюсь в жизни, начиная от учителя в школе моих детей там и заканчивая кем угодно, я все время себе напоминаю о том, что это не мои сотрудники, это люди, которые мне ничего не должны. Они не платят мне деньги за обучение, поэтому я не должна их трогать. У меня такая манера. И я, когда проработала себя, я поняла, что я не имею права этого делать с людьми. Что мои внутренние ценности и убеждения даже не позволяют мне этого делать. Я не хочу этого делать. Я не хочу вот так переезжать людей. Я работаю над этим и учусь, потому что долгое время я работала по-другому. Жила по-другому, думала по-другому. Я не знала себя. И многие люди считают, что я именно такая. Но это неправда. История про то, чтобы позволить себе быть собой, а другому другим, мне нравится гораздо больше. И не считаю, что один человек имеет право указывать другому, каким ему быть. Но я абсолютно убеждена, что каждый из нас должен разобраться с самим собой. И на сегодняшний день я стараюсь как можно дальше держаться от людей, которым все, что связано с вопросами самопознания, неинтересно, которые вешают на других клише, включая меня, которые рассказывают, какие все вокруг гондоны и какой он один очень хороший. И он очень, если бы у него еще были деньги, то он бы обязательно открыл супербизнес. Я работаю над тем, чтобы окружить себя другими людьми, чтобы притянуть в свою жизнь людей, которым интересно ковыряться в себе, которым интересно открывать себя, познавать себя, признавать свои ошибки. Потому что на ошибках мы можем учиться, мы можем себя строить, мы можем доставать, мы можем начинать себя уважать. Понимаете, очень часто человек говорит, я себя не люблю. Я раньше думала все время, ну как себя не люблю, и понимала, что у меня тоже есть какие-то явные с этим моменты. А потом я поняла, когда-то мне сказали такое, когда я рожала ребенка, что мы начинаем любить детей, когда мы их узнаем. Я подумала, что за бред? У родителя безусловная любовь. Он рождается ребенок, и он его любит. Но вы знаете, с каждым днем сейчас своего материнства я понимаю, как были правы эти люди. Потому что когда наш ребенок начинает формироваться, расти, у него проявляются черты характера, он становится другим. И ты каждый день удивляешься. Как ты можешь любить своего ребенка еще больше? Откуда это? Ты познаешь человека и влюбляешься в него, влюбляешься. То же самое происходит и с нами. Только когда мы начинаем себя узнавать, какие мы на самом деле. На самом ли деле я предприниматель и авантюрист, или я хочу таким быть? На самом ли деле я роковая женщина, или я просто играю эту роль для того, чтобы нравиться мужчинам? Кто я на самом деле? Какой я? И когда ты начинаешь себя раскрывать с помощью медитации, с помощью различных практик, с помощью размышлений, с помощью написания своих мечт жизни, и вдруг ты понимаешь, какой я интересный, вау! Ведь мы же с вами заключены в физическое тело, но на ментальном уровне наша душа фантастическая. Мы проживаем с вами много жизней, и наш кармический опыт, он в нас живет, и мы какие-то разные, и он основан на том, что с нами было раньше. И мы можем себя познавать через ощущения. Иногда я делаю какую-то медитацию и понимаю, что вау,
как я так могу чувствовать по-новому, что со мной было такое. Я, например, боюсь воды и вообще не боюсь высоты. Я прекрасно понимаю, что это откуда-то. Это не просто какая-то фобия там. Я не тонула в детстве, ничего такого не было. Но когда я вижу по телевизору затонувшие корабли, я не могу на это смотреть. А с парашютом, мне кажется, я бы прыгала каждый день. Потому что воздух, птица, полет — это просто. И я хочу, чтобы вы услышали, что когда вы думаете о всяких там историях, где взять, если у вас даже появляются такие вопросы, вы должны понимать, что черпать все нужно начинать из самого себя. Потому что до тех пор, пока вы себя не прочувствуете, Рома, книг много начиталось, да, Ром, да, Ромочка. Вы идите спать, мой хороший. До тех пор, пока вы себя не прочувствуете, до тех пор, пока вы не начнете задавать себе вопросы, вы всегда будете находить какие-то объяснения. Книг прочитала, фильм посмотрела. Люди, которые ограничены в своем мышлении, они всегда находят на все печать, ответ. У них на все есть ответ. Это такие люди, знаете, ходячие энциклопедии. Причем они все очень такие топорные, знаете, вот так, вот так, вот так. Жизнь — это просто все рубась. Это ограниченность мышления, это нежелание погрузиться в свою глубину, потому что абсолютно каждый человек имеет связь с нашим безумным фантастическим миром энергетическим, и мы подключены с вами к своему высшему я, к нашей вселенной, но мы же об этом не думаем. Нам надо быть подключенными. О, вот к моей лампочке. Так, включаем. Нам главное быть подключенными к розетке с телевизором. Вот это наше подключение. Все, что по телеку сказали, это все правда. А все остальное — это херня. Главное, чтобы пивко было. Главное, чтобы еще что-то было. И все. И такие люди обычно говорят: я так думаю, это мое мнение. Уважайте. Супер. Я не уважаю мнение такое, но оно имеет право быть. Я же говорю о других вещах. Потому что я считаю, что люди, которые думают настолько ограниченно, им, по идее, не должно быть интересно меня смотреть, точно так же, как мне неинтересно знать их мнение. Правда? У нас сегодня есть с вами потрясающая возможность подключаться к разным людям, не только на энергетическом уровне, а на энергетическом тоже, но и вот просто так, и смотреть, кто что думает, и выбирать там, да? Можно посидеть, посмотреть там какие-то смешные стендапы, можно еще как-то это называется, там в ТикТоке что-то смотреть, не очень мне это интересно. Можно немного другую информацию. Поэтому я благодарна всем, кто смотрит меня и кому это интересно. Так вот, давайте возвращаться все-таки в момент инвестиций. Главная инвестиция, о которой вы должны помнить, это инвестиция в себя. Инвестиция в собственное образование, то, которое вам необходимо. Я считаю, что у человека, который говорит о бизнесе, например, должно быть два образования ключевых. Я сейчас не о высших образованиях. О направлениях. Первое. Человек должен разбираться все-таки в цифрах и в бизнесе, соображать, как это устроено, что такое маркетинг, понимать бизнес-составляющие. Второе. Человек должен разбираться в себе, в понимании того, кто я, чего я хочу, какие мои личные цели. И это не только цели про самолеты и вертолеты, а вообще сколько и чего мне нужно. Ведь понимаете, понимание счастья у каждого из нас свое. Вот у кого-то оно связано сильно с материальным, у кого-то оно связано сильно с признанием, а у кого-то оно сильно связано с собственным ощущением, и ему не нужны вот эти все признания, слишком много денег. У каждого свое. Очень важно разобраться, что мое, не что модно, не что от меня ждут другие, не что другие выставляют в Инстаграм или транслируют. Для меня мое что? Но вот это мое, оно должно идти от меня, а не от моего страха замахнуться на что-то большое, потому что я не потяну. Вот это мне не нравится больше всего, когда человеком руководит страх. Страх, что о нем кто-то плохо подумает, страх о том, что у него не получится, страх о том, что это стыдно,
и так далее. Страхи являются очень сильными нашими ограничителями, конечно же, и с этим тоже можно и нужно работать. И я считаю, что именно инвестиция в это является ключевой. Я сама являюсь таким человеком, знаю огромное количество людей, которые просрали большое количество денег, разное, заработанное собственными руками, взятое где-то, только потому что блоки и страхи на деньги не позволяли с этими деньгами что-то сделать. Вы должны понимать, что если у вас мышление бедного человека, то даже если вы выиграете миллион, а когда-то была такая история, что несколько миллиардов, по-моему, самая крупная лотерея была какая-то в Америке, можете найти в интернете эту информацию, и чувак, который работал на мусорке, выиграл эту лотерею, и он стал покупать себе самые дорогие автомобили, ему было там 17 или 18 лет, я не помню, он начал покупать себе самые дорогие автомобили, делать самые крутые вечеринки с кокаином, героином и прочим, и спустя какое-то количество лет он вновь вернулся в автомобиль мусорки и стал обычным водителем. Потому что если у вас мышление бедного человека, вы всегда все деньги спустите. Это такой очень серьезный момент. И над этим нужно работать. Потому что мышление бедного человека — это очень серьезная программа, в которой есть огромное количество на нашем подсознательном уровне страхов, ограничений, которые не дают нам построить с деньгами какие-то классные взаимоотношения. В то же время есть люди, которые родились в обычных семьях, но у которых есть другие денежные программы, сбережения, накопления, и которые умудряются выстраивать очень неплохие себе финансовые капиталы. Ну, тут уже как бы отдельная история. Просто запомните, что когда вам хочется попросить у кого-то на что-то денег, задайте себе вопрос. Первое. Есть ли у меня проверенная работающая бизнес-модель, которая уже приносит мне деньги? Чтобы я точно сказал, это работает. Второе. Если у меня ее нету, то что я могу вообще? Могу ли я попробовать заработать на чем-то деньги? Ведь если я не могу заработать себе в месяц $1000, то с чего я взял, что я смогу, взяв чужие деньги, начать зарабатывать 2000, 5000 или 10 тысяч? Просто подумайте об этом. Повторюсь, что если вы ищете все-таки где-то деньги и уверены, что они вам нужны, ищите у тех людей, которые вас не зарежут и не убьют. Я сейчас, кстати, абсолютно серьезно, потому что это реалии жизни, и действительно сегодня можно с этим очень жопненько завязаться. Ключевая инвестиция для меня всегда была в мое образование. У меня была всегда такая фишка интересная. Я помню, когда мы покупали первый бизнес-тренинг, это я вам просто рассказываю сейчас из серии опыта своего. Когда мы с Сергеем в 2009 году начали заниматься обучением, это было, я начала заниматься обучением, продавать обучение в свадебной сфере. У меня было 3 человека на группе, чек был $500, $1500 я заработала за 2 дня, обучая 3 людей. Это была очень ценная и редкая информация, никто этому еще не учил, я упаковывала свой опыт, но меня это впечатлило. И я помню, как мы начали узнавать о том, что есть такая тема, как обучение в интернете, что можно обучать людей через интернет, что-то записывать, и мы купили первый тренинг за $2000. Я помню, как пришел Сережа и сказал, я нашел крутой тренинг, в котором типа учат, как создавать продукты. Давай ты будешь создавать продукты в онлайне, там гораздо больше людей. И когда я услышала, что продукт стоит $2000, я буквально, я говорю, как? Он на дисках продавался, нам привезли диски, тетради печатные еще. Для меня это вообще была как бы шоковая терапия. И я настолько сильно была этим впечатлена, что я сказала, давай только сделаем быстро. И мы получили этот курс. И через неделю мы продали, первые наши продажи были на $30000. То есть я так быстро записала курс, сделала все, как там было написано, потому что мне было страшно жалко, что я заплатила аж двушку баксов, а этих денег у меня, ну, там было тогда очень ограниченное количество. С тех пор я стала всегда иметь такое правило, что что бы я ни покупала по бизнес-тренингам, я сейчас именно говорю, я всегда это должна умножить хотя бы на 10. И когда я вошла в коучинг в 2012 году, это было, я вошла в коучинг и заплатила за 3 месяца $12000. Вернувшись со второй сессии, я заработала $120000 и купила Porsche. И в бизнесе всегда это правило для меня работало отлично. Сейчас я больше обучаюсь не бизнесу,
а больше обучаюсь сейчас непосредственно саморазвитию и развитию своего мышления, потому что я поняла, что это клад, который приносит мне сильно больше денег, возможностей и, самое главное, ощущения. Потому что однажды я уже была в истории того, когда я зарабатывала очень много, но при этом находилась в депрессионном состоянии и перестала радоваться деньгам. Я уже была в этом, и поэтому сегодня для меня на первом месте это все-таки я и мои ценности базовые. Что для меня важно? Я сегодня гораздо больше провожу времени со своими детьми, со своей семьей. Вы это видите, вот даже сейчас я сижу, ожидаю свою дочь. Я сегодня гораздо мягче и более естественней для самой себя, потому что раньше я считала себя женщиной-воином, помните, был такой сериал «Ксена, принцесса воинов», на украинском он так назывался, не знаю, как на русском, и я считала себя очень такой воинственной женщиной, которая, эй, сегодня нет. Сегодня я другая, сегодня я с удовольствием отдаю пальму первенства, но, безусловно, есть какой-то мой характер, есть мои какие-то выдержки, стержни, но, тем не менее, мне перестало нравиться управлять людьми, заставлять людей и так далее. Мне больше нравится сегодня идти из серии по любви, и для меня это оказалось гораздо выгоднее как в моем ощущении себя, так и в финансах, потому что как только я расслабилась, я вернула себе деньги. Я вернула себе себя, и это очень важно. Поэтому я хочу сказать вам, что инвестиция в себя, прежде всего, это касается всего развития, внешности, удовольствий. Это самое ценное. Полюбите это делать. Полюбите себя узнавать. Не бойтесь. Полюбите делать себе приятное, полюбите задавать себе вопросы, которые вы не задавали, полюбите узнавать свои желания, даже если вы сейчас их не можете выполнить, полюбите быть собой, потому что утренняя 10-минутная медитация, которую вы делаете, просто еще не открыв глаза, дополняет вас гораздо больше, чем какой-то там бодрящий душ, я вам точно говорю это. Полюбите иметь свое мнение, которое может не нравиться кому-то другое. Полюбите не раздражаться, не обсуждать говно. Полюбите выбирать мысли, которые у вас есть. Полюбите выбирать себя вместо просмотра телевизора. Полюбите все это. Это мега, супер важно. Порекомендуйте, с чего начать. Очень просто начать. Я не просто вам об этом рассказываю, я полностью посвятила себя тому, чтобы нести это в мир, потому что мне это дико нравится и приносит безумное удовольствие. И мой марафон «Рерайтер жизни», которому я дала жизнь, и сейчас у нас собирается 8-й поток, и 1 ноября уже скоро мы стартуем. Вы можете к нам присоединиться. У нас сейчас в конце месяца, вот с 26 числа, вчера, запускается пробная версия, стоимость которой всего $5. Мы специально сделали эту пробную версию, которая является настоящей частью марафона, то есть вы ее оплачиваете и присоединяетесь в марафон. Вы сразу же получаете пробные задания, вы сразу же попадаете уже в чат, который активирован, вы сразу же попадаете в личный кабинет, и с 1 числа, когда идет старт, вы активно вместе со мной, потому что я присутствую в чате, вы 4 дня проводите вместе. За это время вы напишете 2 главы книги, потому что марафон посвящен тому, что мы изначально пишем книгу своей жизни. Книга своей жизни, мы идем от обратки. Мы не пишем книгу, знаете, как у нас все в жизни было херово, а мы представляем себе, что это книга нашей идеальной жизни, и мы очень детально описываем с помощью моей методологии, с помощью специальных медитаций, классной музыки, я учу вас, как это делать, мы начинаем работать над той жизнью, которую мы реально хотим проживать, а не на ту, вот с которой у нас сейчас получилось и случилось. Параллельно вы начинаете получать уроки о своем мозге, об изменении своего мышления. Мы учимся работать со страхами, мы учимся убирать негативные убеждения. В течение месяца вы погружаетесь в такую обстановку, которая каким-то непостижимым даже для меня уже образом меняет вас. Информации много, людей прекрасных много, атмосфера, которая присутствует, пожалуй, это самое ценное в чате, где вас окружают такие же люди, как вы,
Это очень важно, иметь окружение, не которое тебе говорит, ты что, обкурилась или что ты там наслушалась, фантазерка, а которое поддерживает вас, когда вы начинаете, ну вот за это время происходит такой интересный момент, у вас начинает меняться видение на все происходящее, вы начинаете видеть мир по-другому, вы начинаете замечать, как много вокруг людей негативят, вы начинаете понимать, откуда те проблемы, которые у вас есть, вы начинаете понимать, как работает ваш мозг, и вы в реалии видите, как то, что вы думаете, отражается на том, что происходит вокруг вас прямо сегодня и прямо сейчас. Происходит много всего. Уже сложно описать это словами, потому что я постоянно что-то добавляю, но у вас есть прекрасная возможность попасть сейчас за целых $5 для того, чтобы попробовать, потому что мы продаем пробную версию только несколько дней перед запуском марафона, затем она закрывается, и люди уже могут только попадать в марафон при полной оплате. Кто-то понимает, куда он попадает, кто-то не понимает, куда он попадает. Либо вы можете присоединиться прямо сейчас в полную версию. Если вам понравилась пробная версия, у вас все хорошо, вы можете доплатить и остаться в этом потоке, или, например, перейти на следующий поток следующего месяца, потому что мы запускаемся каждую неделю. У меня здесь есть рерайтовцы, я всегда очень рада, потому что я все жду, когда им надоест меня слушать, но этого пока что, к счастью, не происходит. И я бесконечно счастлива, потому что это действительно особенные люди, и они не дадут мне соврать в том, что это сильный марафон. Это действительно трансформация ума, это действительно трансформация того, что происходит вокруг. У кого-то идут сильные изменения, у кого-то изначально в жизни не сильные, но в голове они происходят у каждого. А поверьте, по закону притяжения наша голова и наши мысли и создают нашу реальность. И если вы начинаете меняться изнутри, то поверьте, все вокруг тоже будет меняться по-разному. У кого-то будут происходить какие-то изначально непонятки, потому что к изменениям тоже нужно быть готовыми. И когда вы начинаете видеть мир таким, какой он есть, то иногда это шок, потому что очень часто мы себя обманываем, и людей, которые нас окружают, мы называем друзьями, хорошими людьми, а на самом деле оказывается, когда мы их начинаем видеть с другой стороны, что эти люди нам совсем не друзья и не желают добра и так далее. Но тем не менее, когда мы начинаем перестраиваться и готовы к этим переменам, наша жизнь в корне разворачивается, и это мега классно. Так, вижу, что вы пишете. Пробная версия всегда одинаковая или меняются медитации? Пробная версия — это история про марафон, который идет. Медитации не могут меняться, потому что это программа, по которой мы учимся. Это первая глава, вторая глава, третья глава и так далее. Вот, поэтому у нас есть определенная хронология нашего марафона. Это не история про то, чтобы вы попробовали, потому что вы пробуете, а другие люди уже проходят это по-настоящему. Просто вам мы даем такой бонус. Вот, поэтому если люди хотят некоторые приходить за $5 и попытаться пройти весь курс, это тоже момент бедного мышления, я вам хочу сказать, потому что стоимость вообще марафона я специально делала массовой. Ой, простите. Я специально создавала такую стоимость, которая может быть доступна каждому человеку. Опять-таки, я уверена, что если вы действительно хотите изменить свою жизнь, то найти инвестицию в размере $100 для себя любимого уж точно можно. Если для вас это непосильная история, и вы не можете эти деньги никак собрать и никак заработать, то это говорит только о том, что у вас критическая ситуация, и вам прям нужно платье продать свое. Вы понимаете, вот тут же история про то, что бедными всегда являются наши мозги. У нас у всех одинаковые возможности, денег вокруг полно, благ полно, только мозг и мышление нас отличают от тех, у кого есть все, и от тех, у кого нету ничего. И если вы все время жалуетесь, и если вы все время злитесь на деньги, на то, что все стоит денег, все надо покупать, то это первый звоночек для того, что вам срочно необходимо работать над собой. В противном случае все будет только ухудшаться, ведь то, о чем вы постоянно думаете, то, на чем вы сосредотачиваетесь, то у вас и растет. Вы должны это понимать. И до тех пор, пока вот наше подсознание, смотрите, каким образом оно устроено, оно нас все время уберегает от негативных эмоций. Все, что у нас связано с негативом, наше подсознание от нас отрезает. Поэтому мы с вами очень много плохого не помним, потому что иначе мы бы сошли с ума.
Но теперь посмотрите, каждый раз, когда вы думаете о деньгах, вы идете в магазин что-то покупать, вы смотрите на ценник, и вас коребит, вы отдаете эти деньги. Когда вы заезжаете на заправку, если вам есть на чем заезжать, и вам нужно отдать деньги. Когда вы понимаете, что у вас сапоги износились, и вам нужно купить новое. Каждый раз вы испытываете негатив по отношению к деньгам. Все, что связано с материальным, просто вас выводит, потому что это какой-то капец. Когда оно закончится? Кажется, что все хотят от вас денег, и вы испытываете негативные эмоции. Что делает ваше подсознание в этот момент? Оно понимает, что деньги для вас – это боль. Я буду защищать тебя, хозяин, до тех пор, пока смогу. Я не допущу к тебе никаких денег. Я буду ставить все ограничения, потому что я не могу смотреть на твои страдания. Это правда, потому что это то, что мы излучаем на энергетическом уровне. Почитайте Джо Диспенза. Если вы не верите, почитайте квантовую физику. Джо Диспенза очень с точки зрения, это физик, который с точки зрения квантовой физики объясняет вам то, что мы излучаем, как это все происходит. Почитайте, посмотрите. Это не мои какие-то личные выдумки, которые я придумала для того, чтобы там что-то. Нет. На самом деле, рерайтер жизни – это мой марафон в контексте написания книги. Но дальше мы обучаемся и делаем практики на основе огромного количества мировых экспертов. И такие, как и Хосе Сильва, и Джо Кеха, и Вадим Зеланд, Алан Барбара Пис, огромное количество людей, которых я могу перечислять, чьи практики я использую и доношу дальше для людей, выбирая что-то, создавая что-то, переделывая что-то, потому что это не нужно придумывать и выдумывать, это уже создано. Первая книга в 1910 году «Наука стать богатым» была издана 100 лет назад, и в ней описывается все то же самое. Книга, которую все знают, Наполеона Хилла «Думай богатей», и все говорят: я знаю, я читал. Понимаете, есть такая небольшая ремарочка. Вы все знаете и все читали. Вы слышали. И кто-то даже говорит: вы пересказываете какую-то книгу. Но, блядь, что ты сделал? Если ты сидишь вот с той стороны экрана, и ты все время вякаешь что-то в ответ и говоришь о том, что я читал, я знал, я сделал, так что ж ты таким говном остался тогда? Что ж тогда изменилось в твоем жизни, что ты сидишь, и даже, во-первых, ты не можешь успокоиться, и надо обязательно что-то там откомментировать. Во-вторых, почему твоя жизнь тогда не изменилась? Ребята, очень когда-то мой наставник в бизнесе сказал мне: Оля, ты можешь взять рецепт и выучить его наизусть. Ты можешь представить себе, как ты взбиваешь яйца и печешь коржи. Но пока ты не возьмешь, мать твою, в руки веничек, миксер, яйца и не сделаешь торт и не поставишь его в духовку, торта не будет. Вот то же самое и здесь. До тех пор, пока мы это все не внедрим и не сделаем частью своей жизни, а будем читать, кивать головой и говорить: я занимаюсь позитивным мышлением, ничего не сработает. Так вот, я тот самый прекрасный, замечательный человек, который умеет делать так, чтобы вы делали. Вот в этом мой ключевой талант. Я умею, знаю, как сделать так, чтобы вы начали это практиковать. Моя первая группа стартанула практически 8 месяцев назад. И эти замечательные люди до сих пор делают практики каждый гребаный день. Каждый день мы делаем ментальные практики без пропусков. Для меня эта гордость просто нереальная. Потому что помимо того, что я не пропускаю ни единого дня ментальных практик, это ладно, я могу подумать, что я суперчеловек, но они... Это для меня настолько круто, потому что я знаю, что никто из нас раньше никогда самостоятельно не мог этого сделать. Поэтому мы дорожим и любим друг друга страшно, потому что наша банда, наша команда помогает нам ментально расти. А когда мы растем ментально, вокруг нас создается другая реальность. Поэтому вы можете читать, изучать, смотреть YouTube, трогать, но вы должны понимать, что для того, чтобы ваша жизнь реально начала меняться, нужно постоянно, ежедневно практиковать и развиваться. Хотим мы этого или нет, для многих из нас это невозможно по причине того, что это крайне сложно делать, когда ты один. У нас в голове живет великий обманщик, который все время нам рассказывает о том, что у нас есть более важные дела, а сегодня мы заболели, а завтра чихнула дочка, а послезавтра день рождения. Нет, у меня не было ни одного дня,
с тех пор, когда я начала практиковать, чтобы я пропустила хоть один день. Был у меня день рождения, пьянка, гулянка, что угодно, Армагеддон. Первым делом, то, что я делаю, когда я просыпаюсь, я делаю свои практики. Практиками мы начинаем заниматься после того, когда заканчивается марафон. В это время мы пока понимаем вообще, что это такое. И затем у нас есть дневники, и этот дневник я веду каждый день. Днем, вечером я его заполняю тогда, когда у меня есть время. Каждый день. И сегодня, поверьте, я могу не почистить зубы, но я точно не пропущу практики. Потому что практики сегодня – это моя подушка моей жизни, понимание того, кто я. Это мое свидание с собой, это мое понимание жизни, это моя финансовая безопасность, потому что каждый день я делаю практики, и каждый день денег приходит ко мне все больше и больше, и это не просто какая-то аффирмация безумного человека. Я понимаю, как это работает, я понимаю, как будут работать мои слова, какие-то мои поступки, я понимаю, что говорит мне вокруг моя реальность, и я умею этим управлять, и я знаю, что я не идеальна, и в какой-то момент я могу напортачить, но я всегда знаю, как мне выйти из этой ситуации, я всегда знаю, почему мне что-то дается или не дается, я всегда знаю, как наладить отношения с любым человеком, который мне нужен, и обвернуть ситуацию в свою пользу. Я научилась этим управлять не во внешнем мире, а во внутреннем, через себя. И это то, что я помогаю узнать другим людям, как это делать, научить это делать, и самое главное, поддержать в долгую. Потому что когда мы знаем, где мы живем все вместе, когда мы друг с другом каждый день находимся на связи, а мы находимся на связи каждый день, и все наши чаты живут, это абсолютная правда. Я всех читаю, несмотря на то, что у меня сейчас очень много чатов, но я перед сном обязательно перечитываю все чаты. С марафоном «Рерайтер жизни» я нахожусь в более тесном отношениях. Это, знаете, как первоклассники, которые пришли в школу, где учитель должен быть постоянно рядышком. Я консультирую в личку, очень много всегда отвечаю всем. А когда ребята переходят дальше в клубы, там, в другие потоки, я не настолько активна, но тем не менее я всегда доступна и всегда все читаю, смотрю и думаю, что добавить еще. У нас уже наступил такой момент, марафон «Рерайтер жизни» идет там 30 с лишним дней, и у нас 15 глав. То есть через день вы получаете эти задания, но я уже записала и постоянно продолжаю записывать такое количество бонусных видео, что у нас каждый день выходят бонусные видео, помимо этого, и уже не хватает мест. И вот вчера мне буквально Сергей сказал, у нас не хватает мест для бонусных видео. Я говорю, ну давай будем в день выдавать по два тогда, потому что мне очень важно, ребята задают какие-то вопросы, и когда появляется какой-то классный вопрос, я записываю для этого видео, для того, чтобы всем было понятно, разжевываю это, потому что мне очень важно, чтобы мы погружались в атмосферу и понимали, как это работает. Вот, собственно, все так. Ой, сейчас, ребятушки... Так, тоже слушаю ваши аффирмации и медитации. Последний месяц каждый день делаю что-то для увеличения доходов. Сейчас прям ползет вверх, деньги приходят. Это прекрасно, это уже хорошо. Теперь представьте себе, что будет с моим участием. Итак, я буду заканчивать этот замечательный эфир, потому что скоро прогремит время. Я надеюсь, что я донесла до вас мысль по поводу инвестиций с разных сторон. Начали за здравие, да, закончили за упокой. Я... приглашаю вас на «Рерайтер жизни». Ссылочка на пробную версию или на обычную версию всегда есть у меня в шапке. Приходите и попробуйте. Ну ладно, $100 может быть сегодня для вас роскошь, но 5 вы точно можете инвестировать в себя для того, чтобы понять, что это. Поверьте, вы влюбитесь, если вы поймете, что это ваше, то на следующий поток вы точно сможете прийти и в течение месяца заработать эти деньги. Начинайте с развития себя, учитесь себя любить, понимать, принимать, каким бы человеком вы ни оказались в итоге. Это вы резкий, мягкий, материтесь, не материтесь, что вы там хотите, это ваше личное дело. Узнайте, какой вы, и позвольте себе быть собой. Позвольте себе жить той жизнью, которую вы на самом деле хотите, а не той, которую вам навязывают другие люди, потому что так принято, прилично или неприлично. Я научу вас ругаться матом. Я научу вас где-то просто вставать и уходить. Я научу вас улыбаться и быть счастливым человеком. Вам это очень понравится, потому что все это есть в вас. И просто нужно решить, когда и каким хотите быть вы.
а не те люди, которые вас видят и постоянно пытаются переклеить и перестроить под какие-то шоры. Это прилично, это неприлично, делайте так или не так. Я всегда говорю, давайте вы разберетесь с собой, а я с собой как-нибудь сама. Я вас жду на рерайтере жизни прям сильно очень. Поэтому переходите, присоединяйтесь и уже прямо сегодня добавляйтесь в чат. 1 ноября мы стартуем. Обнимашечки, люблю, целую, пух.